Надежда Семенова работает в МЧС диспетчером. Она признается, что проблем с трудоустройством не было, да и сейчас на работе созданы все комфортные условия. Надежда не только мама, но еще и спортсменка. Она занимается паралимпийским видом спорта – легкой атлетикой. Недавно девушка подтвердила звание мастер спорта и завоевала на чемпионате России 2 серебряные медали. По словам Надежды, начальство к занятиям спортом относится с пониманием. Сделан пандус, туалетная комната, наш офис. Здесь основное место работы, но я еще спортсменка, и у меня, если у меня не будет накладок, вот в данном случае главное управление МЧС идут навстречу, они разрешают мне ездить на соревнования, меня все устраивает, идут навстречу. Помимо Надежды, в МЧС работают еще 3 человека с ограниченными возможностями здоровья. Они трудятся по сокращенному графику, на час меньше положенного. При отборе кандидатов было организовано взаимодействие с Министерством социальной защиты населения, Министерством труда и занятости и общественными организациями, объединяющими инвалидов. Для сотрудников созданы все необходимые условия для работы. На входах в здание обустроены пандусы, расширены входные группы. В нашей телекомпании также есть человек с ограниченными возможностями здоровья. Александр Лепешкин работает монтажером. У него 3-я группа инвалидности, нарушена мелкая моторика рук. Для Александра это не помеха. Он ведет активный образ жизни. Каких-то особых прям трудностей я не замечаю. Не, ну может какие-то вещи я делаю медленнее, просто мне приходится по несколько раз что-то там пытаться это провернуть. Но, собственно говоря, за столько лет как-то ты уже к этому свыкаешься, ты этого не замечаешь абсолютно. К сожалению, не всем людям с ограниченными возможностями здоровья удается без особого труда найти работу. Работодатель может отказать по объективным причинам, например, отсутствие опыта или если человеку с инвалидностью противопоказана предлагаемая работа. При этом бывают случаи, когда работодатель без оснований отказывает в приеме на работу инвалиду. Особенно тяжело устроиться инвалидам первой группы. Часто именно они не могут передвигаться самостоятельно, а расстояние между домом и работой становится непреодолимым. Сейчас есть масса причин, из-за которых не по своей вине люди, способные и готовые трудиться, остаются без работы. Имея проблемы с трудоустройством, можно обратиться в Центр занятости населения, где вам найдут работу в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».